Команды начинают эту игру. Поехали. И выносится мяч из штрафной. Арбитр дал доиграть эпизод, но потом все-таки зафиксировал нарушение. Вот так пока отделался устным предупреждением. Да, теперь можно прослыть хорошим и воспитанным футболистом. Бускетс хорошо сыграл сейчас. За боковой оказывается мяч. Пасу немного не хватило точности. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Хорошее исполнение, но мяч идет мимо ворот. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот тренер на бровке тоже так, наверное, думает. Фрэнки де Йонг. Хорошо, может атака пойти дальше. Есть на кого сыграть. В перекладину угодил. Какой удар! Да, каких-то сантиметров не хватило до гола. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Опасный пас. Просто невероятно! Сейчас вратарь играет. Как он взял этот удар? Как он сыграл? Досадно, досадно тренеру, что вперед выйти не удалось. Но он подбадривает своих игроков. Не стал он подавать через пас угловой разыгрыв. Фрэнки де Йонг. И пробил он. Надежно играет вратарь. Все-таки смогли они мяч перехватить. Совсем близко до ворот было. Барса начинает атаку. Абумиянг снова с мячом. Это Мемфис Депай. Отличный вынос. Педри. Получилось отдать на ход. Но все же не получается. Пас на перехвате уверенно сыгран. Хорошо мяч перехватили в атаке. Очень хорошо они держат мяч. Нужно дождаться верного момента. Это опасность штрафной. Очень важный момент сейчас. Это реальная возможность выйти вперед. Переборщил тут он с силой, мяч мимо ворот летит. Плохое исполнение и момент упущен. Ну ничего, случаются и такие промахи.
Серхио Бускетс. Мемфис Депай. Депай. Жорди Альба. Педри. Отличный шанс есть для контратаки.